Решила записать быстренько видео о том, как мы будем смотреть фейерверки в Америке, в нашем штате Пенсильвания. Приехали мы на паркинг-лот. Сегодня выходные, weekend holiday, потому что в понедельник у нас будет Memorial Day, День памяти. И вот на паркинг-лоте Мейсиса приезжают машины, и люди садятся на стульчики вот так вот и ждут фейерверка, и это нормально. Кажется, началось. Да, вот он, первый фейерверк. Все, мы уже не прерываемся, будем так и снимать. Сейчас посмотрим, как долго ли будет. Не, ну я хочу больше. Ну что ты такой, в Днепропетровске у нас на Новый год и то больше стреляют. Хотя у людей денег нет, и всегда бывают финансовые сложности, но фейерверки всегда стреляли, стреляют и будут стрелять на Новый год. Пока может быть не так масштабно, но в реальности выглядит красиво. Пока еще вот это вот аромата паленого не появилось. У них какие-то большие перерывы между запусками. А побыстрее. Да, залпы какие-то медленные. Нет, это еще не конец. Ну, давайте. Удивите меня.
же можно сказать I like. Колить спарклс, це такі мерехтливі феєрверки, фаєрверкс. Красиво. Классно. О, да. Дуже красного цвіту. Фервер був красний, машина красна. Патриотический такой шар был голубой. Посередине белый и красный с другой стороны. Но в Украине надо сделать жовто-блакитный такой же. Вот уже 10 минут скоро будет, как фейерверки стреляют. Как-то словно медленно, но красивенько. Спасибо, Америка удивила. Красиво. На восторженные звуки соседей наших на паркинг-лоте. Надеюсь, вам понравилось это видео. Там чуть больше машин. Все, все заводится. Пора ехать. Теперь посмотрите на всю эту миграцию машин, которые едут, возвращаются домой. Я не знаю, пропустит ли YouTube этот кусочек видео. Вот так вот. Хорошо погуляли, и вся вот эта вот толпа машин.